Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре у меня кран называется Crypto Earn. Это можно назвать мультикран, так как здесь можно собирать 10 криптомонет. Ну, начнем с Dogecoin. Значит, регистрация здесь, обратите внимание, один раз прописываете на форме регистрации email-адрес, привязанный к FaucetPay, к кошельку. Два раза пароль и заходим, разгадываете капчу и попадаете как бы на страничку, да? Значит, ну и вот Dogecoin собираем. Здесь мгновенный вывод на FaucetPay. Собрали, проверили. Я вот уже погуляла и пособирала монетки от Crypto Earn. Два раза Доги собрала, Litecoin собрала, Solana, Tron, BNB. И все это 19 вот числа я собрала. Видим. Так, давайте соберем монетку. Просто вот тут разгадываем капчу. Подтверждаем. Сбор раз в 5 минут. Все, собрали. Окей. Сейчас страничка должна обновиться. Также сразу вот здесь, обратите внимание, перебрасывает меня на Litecoin. Так. Здесь я последний раз Tron собирала. Сейчас я собрала Doge, обновляю страничку. А, BNB я собирала. Так. И вот Dogecoin мои. Crypto Earn я собрала. Доги. Видим, да? 19 января. Сразу меня перебросило на Litecoin. Также разгадываем капчу. Разгадываем капчу. Но тут дают в основном по 80 монет. Вот этих. Litecoin Satoshi. Капча наша любимая. Сейчас меня перебросить должно на кран Solana. Давайте пока перейдем. Я обновлю страничку. Опускаемся ниже. Так. Сейчас вернусь. Нет, ребят. Сейчас по новой будем разгадывать. Рекламка. Видим, да? Такой ничегошник кран. Опускаемся ниже. Разгадываем капчу. Здесь скрытых реклам нет. Здесь, если только перебрасывать на следующую как бы страничку, такая реклама. Все мы работаем на кранах, да, и понимаем, что все краны зависят от рекламы. Да ё-моё. Сейчас обновлю страничку. Вот это баланс крана. Понимаете, да? Сколько на кране монет.
Ага, вот пошел таймер, значит, уже все собрано. Значит, здесь обновляю страничку, опановки. Также сбор 5 минут. Вот лайткоины мои, Crypto Earn, пришли лайткоин. Вот он, 19 января. Так, далее что? Смотрите, друзья. Опускаемся вниз. Да, по 80 лайткоин сатошков. Самый-самый низ. И здесь вот краны, да, видим. BNB, Tron, Bitcoin Cash, XRP, Dogecoin я вам показала, Litecoin я вам показала, Solano. Давайте Tron кликнем. И вот на всех вот этих кранах, если вы опуститесь вниз, вас интересует криптомонету, да, вы будете собирать. Регистрацию повторную делать не надо. Заходите, у вас, когда вы, вот я когда кликнула на Tron, я-то зарегистрировалась на Dogecoin, кран, делала регистрацию, прописала email адрес и прописала два раза пароль. И уже вот на эти краны мы заходим уже по логину. То есть вот логин у нас идет, электронная почта и пароль. Также раскладываем капчу, кликаем. Вот, ждем, пока загрузится. И вот везде вот так вот. Поэтому ловлю. Вот. Crypto Earn. И мой TRX прибыл 19 января. Далее. Опять опускаемся. Самый-самый низ. Так, ну в какую? Давайте полугон, да, соберем. Я еще и вообще ее не собирала, эту монету. Матик. Видите, Sign In, логин и регистрация. Это баламаю уже не регистрацию, а нажимаю логин. Чтобы войти. И здесь что? Прописываем. И пароль. Сейчас поставлю на паузу и введу пароль. Email адрес от FawcettPay. Пароль. И я уже кликаю логин. А не регистрация, так как я один раз только зарегистрировалась и все. Понимаем, да? А ссылочку можете давать одну вот. Сейчас я вам покажу. Соберем вот этот матик. Вот такое количество должно прийти. Потому что больше и не дадут. Ну, вот тут рекламка, да, видим, идет. Нас перебрасывают на следующую страничку. Разгадываем нашу капчу. Такой ничего, кран. Лестница. Подтверждаем. Ролл. И все. Окей. Переходим на кошелек.
Обновляем. Пожалуйста, CryptoEarn. Вот Matic. 19 января. Итак, можете... Вот, перебросила меня еще на один кран. Здесь видим, да? Ада. Такое тоже. Я вообще такую монету не собирала ни разу. Давайте соберем. Долго все грузит. Тумбус. Ролл. Кранов, потому что там идет, как я поняла, наверное, одна ссылка на все краны. Вот, кликаем сюда, реферал. И идет вот ваша реферальная ссылочка. Вот она. Можно кликнуть. Она скопируется сразу. Вот этот ваш ID, как бы вот этот знак от этих всех кранов. Он один на все краны. В общем, одна ссылка на... Зашли в один кран и все, и пошли собирать. Идем. Я эту аду вообще не собирала. А что у нас здесь есть? Ада? Фаусет Пэй. Вот, смотрите. CryptoEarn. Вот такое количество вот этого ада. Вот оно. 19 января. Кому интересно, работайте, зарабатывайте, собирайте. Ну, неинтересно, друзья, пройдите мимо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот такой вот кран на 10 криптомонет. Вот. На этом все. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.